Всем привет, котейки! Вы на канале Полиночка. И я думаю, что вы, наверное, все знаете, что такое удивительный цифровой цирк. Если нет, то можете, наверное, посмотреть Мазан Циркис Роллплей. Но я пробую поиграть в Роллплей в Роблоксе. Ну, если все-таки не смотрели, то можете посмотреть. Может быть, ссылку оставлю в комментариях, либо в описании. Что здесь можно кем стать? Прогружайся, пожалуйста. У меня ничего не грузит. Ну, по надписям все-таки можно. Зубы помни. Я ничего не понимаю. Ну, можно взять вот гангл, как ее правильно это называется. Все-таки помню, будет вот этим вот пузырьком, потому что он не. Я не знаю, что здесь можно сделать. Собирать монетки и играть в роллплей с другими ребятами. Если эти русские. Конечно. О, боже. Привет, чел. Можно с тобой? Я же с тобой сижу, да? Видишь? Сейчас тебе на руку запрыгну, и мы будем с тобой... Как глаза получить? Какие глаза? Может гореть? О, я красивый, вот когда глупнее. Да, можешь пока что позабирать монетки. Меня привела эта монетка к тайкуну. Давайте сделаем его. Что мне делать? У меня есть кристаллик? У меня есть то кристаллик. Что это такое? Как это делать? Я не знаю, что я сделала, какой-то тайкун, но как зарабатывать здесь денег? Ну, надо купить дроппер, типа, уже есть такие дропперы в тайкунах. Ну ладно, думаю, сейчас немножечко подзаработать, построим немножечко тайкун. А как посмотреть, сколько у меня денег? Я тайкун, наверное. Как заработать глаза? Да, кто-то спрашивал, я не знаю, что такие лапы сперва. Ну, давайте тогда пособираем еще монеток, может, какой-то обе пройдем, потому что там очень много людей фиг. А, это спавн? А что здесь? Что, куда? А, это комната, типа, телепортировалась? Ну, можно вот сюда, что это такое? Монетки! О, вот красные комнаты. Пусты почему-то все. Ну вот комната вот этого человека, как его называют. Я забыла. Только... Вот я помню, этот эксит. О, пришел. Это этот. В другой одежде. Я видела, что он там был, но я его не ставила. Я могу посидеть, в принципе. Ладно, тут есть комната, например, рогатые. То есть... Помню то, что в Инкан это раньше было популярно, и там не было, там же, мы же не знали половину комнат, как выглядит. Например, комната вот этого, которая размножается, постоянно забыла, как его зовут. Вот, и там в некоторых играх можно было зайти, типа, и... Так что, почему-то здесь нельзя, только в одну комнату. Я видел вот этот вот человек, что здесь такое? Это, а, это дискотека. Потому что лайки это за робокс, я поняла. Это что такое? Это чья-то шея? А нет, это голова! Что есть вот этой вот группе? Это BTS? Я не знаю. О, боже, это паркур?
Это ничего, да? Я понимаю, что это ничего не значит. И вот вроде бы это создан. Вот это вот человеки создали вот это вот все дело. Прыгнуть. О, еще и шоколадка. Я не знаю, что это. Кто знает, можете оставить комментарий. Ой, собачка, что за собачка? Ой, со смайликами и с лежанкой. Это мячик. Можно я погоняю? Вот и много немножко. А можно делать всякие анимации же бывают такие? Ты делаешь вообще какие-то там танцы, допустим, да? Которые есть у пузырька. Это пустая комната. Это вот эта главная, наверное, комната все-таки. С пузырьком, даже я не помню, в какой комнате чай пили. Это, наверное, создатель, он упал. Эй! Видите, там такие большие буквы, как будто капсом пишут. И упала. Пузырек кидаю. Что-то он... забыл. Будешь наши армии пузырьков? Они там внизу. Давай. Пошли. О, монетка. А куда идти? Я, пожалуй, паркурчиком. Оп, а ну ладно, тогда тоже вот так вот сделал, как этот человек. Почти пузырек. Куда? Я не могу его. Вот-вот. Еще одного. Привет. Еще ищем. Ура, ура, где-то их. Я стал пузырьком, потому что мне нравится. Это один из моих любимых персонажей. То есть у меня любимый персонаж это Корлеор, который фиолетовый держит. То есть не тот, а вот который стал вот этот. Вот этот вот и помним Рогата и Джекс. Ну нет, Рогата и помню, это все, конечно, всех, наверное, все-таки. Но больше я не помню, кто там еще был. А, и Гангл. Гангл. Потому что она очень прикольная. Салам алейкум. Или еще какой-то. Почему эти рогаты у него коричневые, другого цвета волосы, темнее. Вступила в армию пузырьков. Я пока шарики собираю. Мать, ой, я больше не буду брать, у меня ровное число. Я беру ровное число. Чел попал в цирк. Ревизор. Я вчера вливала. Ничего себе, у них тут жалко. У них какая-то странная банда. Я, пожалуй, посмотрю еще карту. Карту посмотрю и приду.
подожди, я прям ручеек. Так, давай, так вот. Прыгали. Прыгали. Больше ничего нет, ладно, я пойду позабираю. Пойду, пожалуй, обратно. Да, мы вперед, стой. А чего это я? А, буду вверх пойти. Нельзя. Так, ну, я думаю, что, может, уже на этом закончим, так что сейчас мы договоримся. Я хочу сказать, что я, ну, попрощать с вами. Ну, я думаю, это все. Ставьте лайки на колокольчик, нажимайте подписывайтесь на канал. Всем пока!